Ну что же, как и обещали, мы продолжаем наш прямой эфир, и начинается вторая часть, где у нас гость в студии. И сегодня это не просто человек, помимо того, что это директор департамента образования Харьковского горсовета Деменко Ольга Ивановна, это еще прекрасная, добрая женщина, которая вот с нами была первую часть эфира, правда, но была за кадром. Добрый день. Добрый день. Ольга Ивановна, ну, у нас повод для встречи всем известный, это наши выпускники, это выпускной бал, который у них будет совсем уже скоро. И вот для начала хотелось бы узнать, в этом году какие у нас цифры, сколько у нас выпускников, сколько медалистов из них? Каждый день для наших выпускников сейчас очень ответственный. Сегодня, кстати, они сдают последний школьный выпускной экзамен, который мы называем государственная итоговая аттестация. Завтра у них последний звонок и послезавтра выпускной. В этом году школы города Харькова выпускают 7061 выпускника. Это почти на 500 меньше, чем в прошлом году. Зато медалистов в этом году немножечко больше. 580 выпускников это получают... в общем, да? В общем, 580 выпускников получают золотые и серебряные медали. А вот это почти цифры, 8%. А эти цифры отличаются от цифр прошлых? Да, в этом году 8% выпускников получают медали, а в прошлом году 7%. То есть выпускников то есть было больше. В этом у нас да, увеличение, да. Выпускной, когда же он состоится, 31-го, это мы уже знаем, где он будет проходить, где будет официальная часть? К сожалению, в этом году, учитывая особенности нынешнего непростого времени, принято решение не проводить выпускной общегородской на площади, поэтому мы вернулись к старой доброй традиции проведения выпускных вечеров в школах. Угу. То есть все школы без исключения проводят торжественную часть. Она проходит или в самой школе, если выпускников немного, или в залах нашего города. Это и театры, и залы каких-то предприятий. И потом, может быть, кому-то для увеселения, а нам для, так сказать, для особой тревожности, все отправляются на неофициальную часть, которая у нас у славян неистребимая, то есть все это нужно отпраздновать. Поэтому все школы празднуют и официальную, и неофициальную части. А вот это мероприятие, которое будет в парке Горького проходить со своей программой, это куда относится? В официальную часть или вы знаете, наш парк Горького, он не только самый красивый, с самыми такими замечательными аттракционами, в парке проводится такая серьезная культурная работа. И у нас с парком Горького сложились великолепные такие дружеские отношения. Допустим, в канун Пасхи, в канун Масленицы, Дня Победы наши ребята могут проявить свое мастерство на большой сцене парка Горького. Администрация парка Горького выдвинула инициативу провести День выпускника. Мы, конечно же, к этой инициативе подключились. То, что нужно от нас, делаем мы. Но основную работу взяли на себя администрация парка Горького. Мы им за это очень благодарны, потому что кроме развлекательной части еще есть, наверное, более весомая часть – это обеспечение безопасности. Поэтому очень надеюсь, что будет не только весело, но и безопасно. Завтра уже 30 мая будет развернута лента «Выпускник 2014» в парке Горького. И она будет очень больших размеров. Расскажите эта лента, будет почти 10-метровая в длину. Она как раз по своей длине будет соответствовать большой сцене в парке Горького. И каждый выпускник может на этой ленте оставить свой автограф, не, так сказать, не привлекая к порче аттракционы. Причем это могут быть выпускники не только города Харькова, но и Харьковской области. После этого, когда, я так понимаю, что, наверное, ажиотаж будет большой возле этой выпускной ленты, пожелания действительно будут оставлять и выпускники и нашего города, и нашей области, возможно, даже кто-то из предыдущих выпусков будет подключаться. Что потом будет с этой лентой? Она будет где-то храниться и будет выставлена? Ну, я вам скажу, мы будем очень просить администрацию
администрации парка Горького, чтобы они эту ленту оставили на хранение департаменту образования. На следующий год я почти уверена, что на нашей самой красивой площади будет выпускной, и мы используем эту ленту как создание традиции. О, ну что же, будем надеяться, что с лентой действительно все получится, и она нигде, так сказать, не ляжет ни на каких полках, да, и мы ее все-таки будем видеть в дальнейшем. Ну и теперь немного поговорим о подготовке уже к следующему учебному году. Дело в том, что департамент образования уже нам рассказал в вашем лице на пресс-конференции о том, что у нас 61 здание подлежит ремонту, и это ремонт крыш. И также у нас идет строительство двух детских садиков на улице Ахсарова и на улице Зерновой. Да. К 1 сентябрю мы успеваем с этими детскими садиками? Я вам скажу, может так случиться, что мы к 1 сентября не откроем детские сады, но мы гарантируем, что в этом году, в 2014 году, детские сады начнут функционировать, и они примут детей. Знаете, времена такие, что давать пустые обещания и не выполнять их просто... некрасиво, тем более в системе образования. Ну да. А эти два новых детских садика, сколько дадут нам мест? Вы знаете, это не строительство новых детских садов, это восстановление работы бывших детских садов. Конечно, этим детским садам уже по 25 лет. Но последние 10 лет они не функционировали. Они полностью готовы, так сказать, к эксплуатации. Но нужно, конечно же, все коммуникации привести в порядок. Тепло, вода, канализация, все это привести. Электроснабжение, кровлю отремонтировать, пищеблок сделать и так далее, и так далее. Первый вот этот первый шаг восстановления, он очень денежноемкий, потому что пищеблок, прачечная, все службы, и поэтому, учитывая, так сказать, дефицит бюджета, мы сможем в каждом детском саду открыть только по две группы. То есть это где-то 45-50 детей. Но на две группы, не в каждой. В каждом детском саду по две группы. Но дело в том, что мы продолжаем ту работу, которая начата в прошлом и в позапрошлом году. Поэтому кроме этих детских садов, еще в 9 детских садах будут открыты группы. Всего групп будет открыто летом, всего будет открыто 15 групп. Это будет дополнительно около 400 мест для наших малышей. Угу. А вот эти новые места для наших малышей харьковских как-то помогут решить вопрос очереди? Потому что с прошлого года у нас уже работает система электронной очереди, да, по записи ребенка? Конечно же, эти места помогут избежать серьезных очередей именно в этих микрорайонах. Но было бы неправдой сказать сейчас вам, что таким образом мы полностью ликвидируем очередь, потому что в отдельных микрорайонах нашего города есть серьезная потребность. Мы уже 7 лет работаем над тем, чтобы поэтапно восстановить работу ранее закрытых детских садов. 17 детских садов мы открыли за 7 лет. И планируем работу и на следующий год, и на последующие годы. Ее останавливать нельзя, потому что потребность действительно у есть. У нас есть, да. Еще когда-то вы говорили о том, что вопрос вот очередей в детских садиках – это также восприятие наших детских садиков. Какие-то у нас пользуются большим спросом и большей популярностью. У горсовета и у департамента образования на следующий год есть в планах популяризация тех детских садиков в каких-то районах нашего города, которые не пользуются спросом? Ну вот они не так популярны, их не так любят. Знаете, почему-то. Я вам скажу, ведь все зависит от того, какой коллектив сложился в этом детском саду, насколько он любит свою работу, насколько делает ее результативной. Вы прекрасно понимаете, что есть детские сады очень востребованы, потому что там комфортно, интересно, там замечательные воспитатели, там безопасно, там весело. А есть детские сады, где, может быть, коллектив немножечко хуже относится к своей работе. Также точно востребованы определенные школы, определенные спортивные школы. Так точно востребованы люди, так точно востребованы учителя, политики. Поэтому, к сожалению, ни городской совет, ни департамент образования не могут заставить харьковчанина полюбить детский сад, который этого
не очень достоин. Mm-hmm. Я думаю, что мы, проводя анализ, почему этот сад такой востребованный, такой популярный, такой любимый харьковчанами, а соседний нет, мы будем анализировать причины и стараться устранить те причины, которые мешают нашим харьковчанам полюбить тот или иной детский сад. Ну, то есть работа какая-то будет проведена для того, чтобы уравнять это может, все, да? Может быть, эта работа и не будет доставлять очень много удовольствия тем детским садам. Но я считаю, что все, что связано с детьми, нужно делать только с любовью. Ну и теперь, возвращаясь к детям, у нас есть выпускники, которые в этом году уже станут абитуриентами. Но есть дети, которые не являются еще выпускниками и продолжают учиться в школах. И вот есть до сих пор еще школьные лагеря. Они на сегодня актуальны, не пользуются спросом? Или родители все-таки по окончании учебного года предпочитать своего ребенка отправить сразу куда-то в область, в лагерь, или же на море отправить, в морской лагерь? К сожалению, для того, чтобы отправить детей в загородный лагерь, должны быть лагеря. За последние 20 лет после развала Советского Союза количество этих лагерей очень сильно уменьшилось, так же, как, например, и количество детских садов. Поэтому это была раньше замечательная практика. Сейчас просто невозможно всех желающих детей отправить в загородные лагеря. Что касается лагерей на море, то там нет возможности, так сказать, физической, а здесь материальной. Не все родители могут себе позволить отправить ребенка на море. Ну и с грустью, на какое море. Да, сегодня? Поэтому мы предлагаем родителям, может, не совсем, так сказать, высокого уровня услугу, но все-таки. Вот, например, в Англии дети до 13 лет вообще не имеют права появляться одни на улице без сопровождения взрослых. Угу. Почему-то мы к этому относимся как-то легче. Я считаю, что нельзя детей до 10-12 лет оставлять дома одних. Угу. Нельзя. Это мало того, что это небезопасно. Во-вторых, а питание, а то, чем ребенок занимается. Поэтому мы не заставляем родителей идти в эти лагеря, но мы приглашаем, может, кого-то мы приглашаем и настоятельно, потому что знаем, что этому ребенку нужно больше внимания уделить. Во всяком случае, ребенок с 9 утра до 5 вечера будет занят. Каждый лагерь уже спланировал свою работу. Какие-то походы, какие-то экскурсии, какие-то развлекательные мероприятия. Ребенок находится со своими сверстниками, он вовремя кушает, он отдыхает, и родители спокойно идут на работу, спокойно идут с работы, зная, что их ребенок в безопасности. Угу. То есть я понимаю, это и есть на сегодня вот программа школьных лагерей, вот такая, да, экскурсии, походы, это занятия. Своего, вы знаете, если, например, да, министерство сейчас сказало, что это не отдых, что это нужно запретить. Как это запретить? Вот сейчас 30 тысяч родителей изъявили желание привести детей в пришкольные лагеря. Угу. Я считаю, что это своего рода социальная услуга. Это своего рода социальная услуга. Ребенок должен быть под присмотром. Ну да, в этом я с вами полностью согласна. Ну что же, мы переходим ко второй части нашей с вами беседы, где мы, как я вам уже и говорила, становимся просто людьми. Вот не работниками каких-то департаментов, а просто людьми. И в связи с этим у нас есть вопросы от наших зрителей, которые я хочу вам задать. Хорошо. И вот первый вопрос, скажем так, блиц-опрос. Как вам удается хорошо всегда выглядеть? Здоровая крестьянская натура. А вы занимаетесь спортом, зарядкой? Вы знаете, в моем возрасте нельзя уже не делать зарядку, нельзя не заниматься спортом, ну хотя бы ходить в бассейн, иначе ни у кого уже не повернется язык сказать, что я хорошо выгляжу. Поэтому, конечно же, занимаюсь. Ну, я думаю, вам это еще не угрожает. Я напомню нашим зрителям, что вы можете присоединиться к нашему разговору, позвонив нам в студию. Наш телефон 749-00. А мы продолжаем дальше. И следующий вопрос. Сколько у вас в ваших сутках часов в связи с вашей работой? В связи с тем, что вы семейный человек. На работе я где-то провожу ежедневно, ну, в среднем, около 10 часов.
около 10 часов. Все остальное время я уделяю домашним. Родным, близким, семье, кухне, ну и себе любимой. Следующий вопрос. Вот в связи с выпускным, в связи с тем, что вы тоже мама, самое яркое ваше воспоминание с выпускного вашего сына? Вы помните, как это было? Конечно, мой сын закончил школу ровно 10 лет назад. В общем-то, очень какой-то такой встреча у нас такая, да, юбилейная очень, вся. Да, очень много, я закончила школу 35 лет назад, в 79-м году. Мой сын закончил школу 10 лет назад. Я, к сожалению, мой сын учился в той школе, в которой я работала. Угу. Я из этой школы ушла в районное управление образования. Он ее заканчивал. Самый трогательный момент для меня был тот, что мой сын был в качестве ведущего, хотя он сам заканчивал физико-математический класс, но и его видеть поющим, танцующим, угу, ведущим передачу, для меня это было и трогательно, и приятно. Я очень часто просматриваю видео с его выпускного. С этими для моментами. Меня это, ну... А сейчас у нас есть звонок в студию от наших зрителей. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Вы нас слышите? Да, я вас слышу. Здравствуйте. Меня зовут Анастасия. Я бы хотела узнать, Ольга Ивановна, какой ваш любимый праздник и как вы его отмечаете? Ну, я, наверное, не оригинальна, потому что у меня любимый праздник Новый год. А день рождения? А 8 марта? Ну, это же женские такие праздники, которые мы очень любим. Нет, день рождения не любимый праздник. Знаете, у женщины после 50 лет день рождения уже совершенно не любимый праздник. Это просто день рождения. Ну, 8 марта остается еще. А 8 марта есть 8 марта. Это все равно. Самый любимый праздник – это Новый год. Я родилась и выросла в маленькой деревне. Мы с папой ходили за елкой, с санками, привозили елку, то есть живую. Угу. Вот эти вот такие трогательные воспоминания. Потом я все время это все пыталась передать сыну, чтобы вот это нарядно, красиво, торжественно. И Новый год у нас исключительно семейный праздник. Мы никуда не ходим, и к нам никто не ходит, и нам весело, и мы счастливы. Ольга Ивановна, а вы больше любите дарить подарки или больше любите их принимать? Даже на этот, ну вот на Новый год. Ну, вы знаете, нет вообще в мире женщин, которые не любят принимать подарки, но я обожаю дарить подарки. И мне всегда очень приятно кому-то подарить хороший подарок. Мне это удовольствие доставляет, может быть, даже еще больше. Угу. Ольга Ивановна, у нас следующий есть вопрос. Каким был ваш любимый школьный предмет? Биология, конечно, потому что я 20 лет работала учителем биологии. То есть вы воплотили свою, возможно, мечту детскую, да, на самом деле. И один еще вопрос. Вот у школьников есть летние каникулы, а у вас есть время отдохнуть перед уже грядущим 1 сентября? Хотя еще, кажется, 3 месяца у нас остается, но все-таки. Вы знаете, для работников образования на самом деле лето очень напряженная пора. Потому что, когда начинается учебный процесс, это значит уже все готово. А представьте, сейчас нужно отремонтировать кровли, угу, туалеты, детские сады, сформировать сеть, набрать детей, учебные планы, завести учебники, все-все-все-все-все сделать. А потом уже, все готово, выдохнуть, принимаем детей. Поэтому у меня получается... А отдохнуть хочется летом, конечно. Угу. У меня получается отпуск летом где-то недели две, не больше. Не больше, потому что слишком ответственное время. Школы работали с 1 сентября до 1 июня, а мы обязаны работать с 1 июня до 1 сентября, чтобы обеспечить все, что нужно школе. Да, чтобы подготовить, ну, а потом, это все. А потом могу еще там недельку взять где-то осенью или зимой. Угу. У нас есть еще один звонок в студию. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Андрей. Андрей, вы хотели задать Ольге Ивановне вопрос? Да, хотел. А что бы вы хотели пожелать сегодняшнему? Я так понимаю, наверное, вопрос звучит, что бы вы хотели пожелать сегодняшним выпускникам? Вы знаете, еще, наверное, полгода назад пожелание мира казалось бы нашим выпускникам смешным. Поэтому прежде всего
чтобы в нашей стране был мир и спокойствие. Ну, а потом уже, чтобы они в этом году стали студентами, рабочими, учащимися, то есть чтобы они стали тем, кем они хотят стать. Для этого успешно сдать ЗНО и уже в августе понимать, как они за это лето выросли, чего они добились. Поэтому просто большого человеческого счастья. Единственное, чего мне сейчас в жизни не хватает, это общение с ребятами, это уроков. Угу. А так у меня все замечательно. И тогда я, подводя итог нашей встречи с Ольгой Ивановной, скажу еще так же, что Робинзон ТВ присоединяется к вашим поздравлениям и от себя поздравляет наших выпускников, желает им хорошего, вот этого переломного, скажем так, момента, когда детство уже заканчивается, начинается уже взрослая жизнь. Но мы хотим вам сказать, вот будьте как Ольга Ивановна. Она в детстве мечтала стать учителем биологии, и она это воплотила в жизнь. Это Робинзон ТВ, Ольга Ивановна Деменко, директор департамента образования Харьковского горсовета. Увидимся позже.